В начале апреля исполняющий обязанности ректора БГУ Николай Мошкин в интервью нашей телекомпании выразил намерение восстановить расформированный несколько лет назад, по причинам которые до сих пор непонятны общественности, Бурятский факультет. Бурятский факультет был расформирован Степаном Владимировичем Калмыковым. Любой процесс можно уничтожить очень быстро, одним росчерком пера, однако что-то создать, с этим возникают проблемы. Дело в том, что предложение должно было пройти утверждение на научном совете БГУ, но он проголосовал против. Если быть точнее, сославшись на ряд формальностей, создание бурфака перенесено на 2016 год, возможно, даже и на 2017, говорит директор Восточного института Дмитрий Бураев, который, по словам сотрудников университета, является одним из противников инициативы восстановления факультета. Это необходимая была мера. Связано это было с чем? Еще раз говорю, что количество ставок преподавателей зависит от количества студентов. Это называется подушевой финансирование. Сам решил, что мы не можем держать столько преподавателей. Ну, востребованность есть, вы же сами посмотрите. Национальная республика. Национальная республика, она такая, знаете, идеологическая. Более 300 тысяч студентов не говорят. Абитуриентов нет. Абитуриентов нет. Падать количество абитуриентов. Ответ на вопрос, почему научный совет БГУ затягивает создание Бурятского факультета, может быть и в том, что часть преподавательского состава БГУ находится в оппозиции к исполняющему обязанности ректора. Но в данном случае от их амбиций страдает развитие национальной культуры. Между тем, о сложившейся ситуации знает глава республики, а в Народном хурале создана комиссия. В рамках рабочей группы, тем более в ней есть представители главы правительства республики, с нашей стороны депутат Народного хурала, мы в контексте этого вопроса до положительного логического завершения должны этот вопрос доводить. Пока предполагается, что у БГУ, возможно, вновь будут готовить учителей не сугубо бурятского языка, а специалистов более широкого спектра, к примеру, бурятского и китайского или бурятского и английского. В случае, если удастся, известно, что республика в рамках госзаказа готова оплачивать подготовку не менее 25 специалистов ежегодно. Мы будем следить за развитием ситуации. Намсарай Намсараев, Булат Бадмаев. Новости дня.